Мангал, естественно, заказ сделали. У него какие у него характеристики? Здесь у него 8 сам короб. Сам короб 8 с торсионом 83. Ширина 35 с торсионом 37. Ручки вот такие вот плавно входят. То есть для переноски раз, понесли, все, упали. Проблем нет. Дальше. Здесь то же самое. Все. Сама сталь четверка. Дырки заводского. Сверление через каждые 5 сантиметров. Вот 10, 15, следующее 20. И пошли дальше. Где-то 12 миллиметров. Дальше. Дырки довольно часто. Ну, я сказал, через 5 сантиметров. Дальше. Высота, видите, 17. Видно, да? Высота самой жаровни. Ножки у нас здесь 25 на 25. Съемные. На полосе 3-сантиметровой. Естественно, он будет ходить. Почему? Потому что лёв. Здесь 25-я труба, 20-я. Если делать приварные, будет, конечно, стоять. Люфта не будет стоять, будет жестко, все ровно. А это так у вас и будет. Видите, играть. Но зато он переносной. Легко скинуть. Скинуть легко. То есть вот так вот валяем его. Хопа. Ножка выдергивается. Потом и ножка еще выдергивается. Так, потом его так. Видите, его можно так уже ставить. Видите, он как бы стоит. Потом. Раз. И ножки туда кладем. И он, видите, у вас лежит здесь. Все. Можно транспортировать. Взяли с двух сторон. Он, да, ну, я один, конечно, донесу. Кто-то там вдвоем его может взять. И понесли. И все. В машину, в багажник и на природу. Ну что еще? Швы довольно-таки часто. Провар хороший. Да, торсион, естественно, видите, по всему периметру, да? Торсион сделан из квадрата, из 10-го. И он витой. Потом швы, видите, вот тут идут. Видите? Он, конечно, декоративный. Дает этот раз. Ну и, как обычно, он дает жесткость. Швы еще у нас и вот здесь заварены. Потом ручка, естественно, тоже шов, видите? Здесь. Естественно, здесь. Здесь. И здесь, а то нагреется, через лет сколько, не дай бог, отойдут и упадет кому-нибудь на ногу. Поэтому с двух сторон варить для надежности. Ну все, сегодня такой мангал у нас был. Блестит, видите, какая сталь? У меня клиент попросил, чтобы он блестел. Может, потом покрасить сам будет. А здесь еще вот такой, ну металл, он всегда такой. А здесь он. Ну все. Шлифанул малость для красоты. Ну вот. До новых встреч. Будет еще, обязательно снимем. До свидания.